Сегодня хочу показать вам свои две посылочки. Пришли, но здесь не все еще, это я расскажу по мере видео. Посылки шли вот эти две с Монголии. Что мне не понравилось на Алиэкспрессе вот у этого продавца? Заказывала 4 продукта. Там вот эти кисточки для масок, штамповку, кисти для макияжа, набор и аппарат для нанесения масок, для лица, в общем, массажный аппарат. У продавца, я так поняла, несколько складов. Вот у него один склад в Монголии. Ладно, я понимаю, Монголии. Но почему две вещи разделили на разные посылки? Хотя все это было. Вот эти две посылки не отслеживались. Одна отслеживается. Застряла у меня во Внуково. Пришла уже, наверное, дней 30 уже лежит. И никак найти не могут там. Ну вот я не знаю, что там будет. То ли набор для макияжа, то ли аппарат. Ну вот такой вот. Первое впечатление. Ну вот, вот эти кисточки я уже пользовалась. Как вы видели в предыдущем видео, я показывала в фикс-прайсе, я покупала набор. Уже могу сказать насчет этой кисточки. Мне очень понравилось. После масок очень промывается хорошо, мягкое нанесение. Волоски не выпадают. Такие кисточки, если не ошибаюсь, на Алиэкспрессе я выписала одна за 11 рублей. Я ссылки оставлю на эти кисточки. Штамповка. Вот штамповка. Я отступлю чуть-чуть. Я покупала вот эту штамповку в магазине, в косметичке. Ну, набор здесь был, конечно, еще рисунки, все это. У меня никак не получалось перенести вот этой штамповкой, ни в какую не переносился рисунок. Я уже потом смотрела видео, что нужно подбафить вот этот вот спонжик Баффало. Чем только я его не протирала, ну ни в какую. Потом нашла на Алиэкспрессе, выписала вот такую штамповку. Пришла. Вот что у меня получилось на ногтях. Те рисунки, которые я не могла перенести, вот они четко перенесены. На гель-лаке все это сделано. Все спокойно переносит. Вот это вот как спонжик, можно сказать. Он силиконовый. Силиконовый. За счет этого оно переносится очень легко. В восторге. Мягко. Да, впечатление очень замечательное, что вот оно быстро переносится. Не так вот это пристраиваешься. И еще и не перенеслось. Здесь почему-то еще она, пока переносишь, она уже засыхала. Высыхал лак специальный. Я специальным лаком пользуюсь, который для штамповок. Здесь же спокойно. Это вот такой вот скребок картонный. Мне очень понравилось. Такое впечатление. Замечательно. И главное, что рисунки четкие. Никаких сдвигов, нигде не отсоединяется. Отслоек нет. Но здесь отсоединено. Вот чуть-чуть, потому что здесь ноготь. Рисунок очень большой, а ноготь маленький. Из-за этого. А так, мне очень понравилось. И главное, его легко держать. Что? Очень легко держать его. Он прозрачный весь. И видно, куда уже можно приспособить. Легко чистится. И куда можно сделать рисунок. Его видно. Например, сюда. Все это прозрачно. Ну, такое впечатление. На вот этот на эту штамповку я оставлю ссылку. Где-то стоит примерно 70 рублей она. Вместе с скребком. Там разные цвета. Я выписала вот такую синенькую. Там, если не ошибаюсь, розовенькая еще есть и зелененькая. И на кисточки. Конечно, будем ждать теперь посылку, остатки посылки, так скажем, когда придет со Внуково. Найдется посылка. Уже написали заявление, но тишина пока. На этом все. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч.